Всем привет, дамы и господа! Мы продолжаем рубрику изучения Xbox Game Pass. И в этот раз мы посмотрим игру из вселенной Warhammer 40 000. Это шутер в стиле ретро-шутера, такой пиксельной графикой. Вот, вроде бы прикольный для любителей этой вселенной. Думаю, зайдет. Погнали! Так, ну сложность средняя, мы обозреваем просто. Так, рывок. Ладно, разберемся по ходу дела. Уничтожьте физическое тело демона из... Окей. Ничто тронется хаосом, не остается нескверненным. Вы в распоряжении Орда Маоса. Ваше дело помочь мне в исследовании, которое уже ощутил на себе влияние скверны. Видите, со времен войны с мрачным черепом. Мир кузня пока почти безопасен, но мы узнали о вызывающих беспокойство показателях энергии. У меня есть определенные подозрения, хотя у нас и не было времени, чтобы точно определить происхождение этой нечистой энергии. Хотя большая часть планеты остается незатронутой, я считаю, что нарушители закона внутри Adept Mechanus, возможно, экспериментировали с уцелевшим оскоком источника энергии Инквизитора Дрогана. И? Ваша задача помочь мне найти осколок источника энергии. Попробуем, что нам фигли. Хотя я считаю эту угрозу чрезвычайно серьезной, ваше начальство сочло нужным отправить мне только вашу группировку. Группировку? Я ж один вроде. Но без нормального войска мы должны молиться императору, чтобы ситуация не стала хуже. Мы поняли, что делать, все, погнали. Что это? Ты что такое? О, блин, а что с сенсой? Управление, видеоэкран, аудио, ретро можно отключить это, да? Бум. Яркость. Ладно, это не будем трогать. Пикселизация. А здесь можно графонию чуть-чуть лучше сделать, да? Ну не страшно, пусть будет 60. Так, аудио, экран, управление. Чувствительность мыши, это жестко очень. О, так лучше. И то, наверное, даже сильно очень. Shift, рывок. Мне пуху какую-нибудь дадут, но я только спилось это буду бегать. Адептусы. А, ну это удар рукой В. Это он же. Больше мне ничего нету, реально только с пилой бегать. Я понимаю, что мы матерые космодесантники, но все же. Такой звук ходьбы, блин, жесткий. Я себя чувствую Халком. Какие-то штучки пособираем. Да, здоровье. Тьфу. Зачем мы выдавали здоровье? А, ну здесь просто накопительное. Окей. Так, ты что? Это не разбивается. Это тоже, скорее всего, нет. Действие. Здорово, мужики. А чё не подбирается ихнее оружие? Я с одной пилой бегать не очень хочу. Кто там еще? А, нет ключа, окей. Какой-то красный адептус. Окей, что ты мне откроешь? Ага.
Ага, ну прям бежать надо, хорошо. Нас заперли. И отперли. Как они хорошо ключ спрятали, это просто жесть. Поехали. Тоже музыка орёт, я делаю музыку тише. Я вижу, что она прям зашкаливает. Я сделаю вам потише чисто. Потому что... Очень громко. Окей, а куда дальше? А мы вроде оттуда поднялись, да? Броня еще подбирается? Что? А, это патроны. Ты не лифт? Нет. Вот там чувак. А теперь просто В, да? Сенсивити опять все равно жесткая. Управление, чувствительность мышью. Давай на 20. 21 пусть будет. О. Так будет целиться, я думаю, поудобнее. Мяско, мяско, так. Пришли смертники. Так, дверь открыли. Это что такое? Ага, это броня еще. Окей. Не, ну сейчас уже повеселее намного стало, когда пушку дали, блин. А то с этим пилой... Высадили десантника на миссию, говорят, иди, говорит, достань нам что-то осколок, воги, каких-то там адептусов, блин. Вот тебе пила, все, топай. А, это конец уровня был, окей. Продолжить. Варп, хорошо. Повышайте презрение, изгоняя демонов обратно в варп. Так, ага. Мы вышли куда-то с пещеры, по идее. У меня ж выносливости нет, да, я могу бегать сколько хочу. Патроны. Он сдаться хотел, чё шо? Нет, мы не берем с этих пленных. Зачем нам пленные адептусы? Вы еретики. А, это они типа такие, ура, типа. Враг. Нате, нате. Как мило все сползает. Ну, по проработке довольно-таки неплохо, прикольно. Чем-то Doom напоминает по динамике, хотя Doom... Doom подинамичнее намного. Кстати, его сейчас прохожу на Твиче по чуть-чуть, поэтому подписывайтесь на Twitch тоже. О, мы еще лазим мимо, окей. Так, я сейчас заблужусь тут нахрен. А-а-а! Че орешь, блин? Первое правило воина, не выдавай свою позицию, блин. Что мы тут забыли? Где мой путеводитель? Алло. Шо? Куда? Туда? Серьезно? Да нет, я не буду туда прыгать. Окей. Или это просто мой фонарик за мной летает?
Куда он меня ведет? Вроде никуда. В никуда. Ну тут мы были, тут мы этих зачистили всех. Где он орёт? А! Такое место я не заметил. Окей. Бывает. А, так. Посадочная площадка. Берегите снижение лихтера. Окей. Ожидать что-то снижение? Или он меня типа раздавить может? Ну. Фу, мне показалось, что он сюда топает. Ешка. Гранатка Г, да? Нет. А, Q, окей. А, F рывок. Ну, так что мне делать, фонарик? Алло. Не понимаю. Фонарик. Максимум одна хаешка. Пока патронов соберем. А тап менять, менять оружие. Странное. Есть задание где-то? Как мне задание посмотреть? Что от меня хотят? Вам писано, же берегитесь в посадке кого-то там. Посадочная площадка. Может, это посадочная площадка? Ну, давай, я за тобой пойду. Веди меня, фонарик. Короче, я понял, он просто летает. Флаг тоже нельзя взять. Тут все обойти. Я ж тут вроде был. Хаешка сделала свое дело. Чего не руки поднимают? В чем прикол? Поднятие рук. Красный ключ. А-а-а, такой пальцем, блин. Ты гляди, кто? Такая неожиданная. У них что, связи нету? Вроде ж как бы уже 40-тысячный год. Поддерживаюсь, я должен давно знать, что я прибыл. Ты кто? Ох, ни хрена себе. Странный чел. Стоит и смотрит, блин. Еретик-космодесантник. Угу. Все, все. Разнесло парнишу, разнесло по стенкам. Опа, там еще больше. Не, как шутан вообще нормас. Тоже позалипать вот так, когда делать нечего. Так, у нас тут. Получилось, не фортун. Ага, гранат нету. Гранат нету, это плохо. Да, давай умри уже один. Опа. Какой живучий.
Да, типа у меня такая же броня, да, что у меня никто даже царапнуть не может. Вроде нормал, блин, я даже хп не снимают. Я понимаю, что нормал не хард, но, блин, все-таки. Должно быть хоть чуть-чуть сложнее. Ну, делай shift. Почему shift не делает? Рывок, точнее. Бабам. Спасибо за хае, бро. Ту-ту-ру-ту-ту, подождите. Вы обязаны ждать, пока я перезаряжаюсь. Это ваша работа. Так, мы хоть до босика сегодня дойдем до какого-нибудь. Бабах. Так, патроны, патроны. А, блин. Б, блин. Так, а нам до пушки или сюда? Что такое? Чё такие медленные патроны? Бочки рядом с тобой нигде нету. И патронов нету. Точнее, этих гранат. О, граната. Еще что? Броня, отлично. Бах. Минус еретик. Так, мы... А как я так прошел? Как-то по кругу кому-то? Окей. Зайдем с этой стороны. А, нет, это другая пушка. Мне было сначала надо туда сходить. Потому что здесь прохода нету, да. А, назад вернуться. Это проход дальше, верно? Парни, я еще вернусь. У нас вот здесь незаконченное дело небольшое. Вот, он что-то сверкает. Как туда забраться? Опа-на. Максимум здоровья. Максимум здоровья. Секрет найден. Он же был так спрятан, секрет, что пиздец. Пиздец просто. Так, я хочу туда запрыгнуть. Верните меня наверх. Так, я туда не смогу, наверное, забраться, да? Опа. Бабки. Секрет найден. Так, сначала к этой ракетнице. Какая пушка. Подобная в финалке была, блин. Я могу с нее стрелять? Его разнесло? Да, отлично. Папа, давай, 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 давай. Давим, давим, давим. Мы круче вас.
Хаешки сами себе накидали там. Врынь. А я что, отравлен? ХП есть, все есть. Или я типа на драйве? Че я красным говорю? Здоров, мужики. А че со мной? Че у меня все красное? Так, а с этой пушки можно шарахнуть? А куда он стреляет? Непонятно, окей. Так, теперь можно двигать дальше. Тут мы зачистили зону. Там уже парни заждались, наверное, уже пикник какой-то делают. Ну мы им сейчас наломаем весь кайф. Алло, ребята, батя вернулся, блин. Так я обещал. Заждались, небось. С этой можно шмальнуть? Где пульт управления этой? Там, наверное. Только хпшки. Неинтересно. Не дают стрелять с этой. Ну и ладно. Нам больно надо. Больно и хотелось. Не хотелось, конечно. Но... Ты что такое? А почему здесь какие-то жабы, блин, крепче, чем мужики вот эти, а? А что они на их стороне делают? На жабы крепче мужиков, ну что за бред? Алло, я хочу запрыгнуть туда. Да вы чё? Тогда, о, блин. То мы играем в хорроры для скримеров, теперь я для них скример. Опа. Секрет найден. Магазин для болтореза. Да, я такой. Страшный. О, у меня теперь 100 патронов. Отлично. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Давайте, давай. Нет! Умудрился же я так упасть, как ваш пен какой-то. Лягухи. Не вы меня, так я сам себя, блин. Откуда? Все шарахнуло, всех. Да ну отстань, отстань. Да давай уже взрывайся. Так, на лифты пока не хочу. Мы там еще не все облазили, там интересненько может быть что-то. Маленький секретик за вас. Ну, бронька не секретик, конечно. Это тоже. Ну окей. Блин, шаг такой прям аж чувствуется, как будто, блин, идет что-то большое, сильное. В каком-то большом костюме. Здорово. Угу. Угу. Расчистим себе путь сразу.
Бух-бух. Все, пора вниз. То ребятки заждались нас. Идем просто на пролом. Закрыто. Закрыто. И наверх не залезть. Окей. Это нормас. Не, динамика хорошая, динамика пойдет. Так, а что нам тут? И что, вы меня не хотите опускать? Откройте, откройте. Где-то там открывается. Не, ну там мы не допрыгнем точно. Я не оскверно уничтожена. На себя посмотри, блин, ты уверен, что не оскверненный? И? А. Там вон куда, окей. Попробую еще заметить. У меня баррикада. Да, баррикада. Пойдем в обход. Забаррикадируюсь. Это секреты. 5 и 6, блин, ладно. Сложность средняя. Так, а можно давайте сложность поменяем? То как-то слишком легко. Прям чересчур легко. Настройки. Геймплей. Тын-тын. Геймпад, видеоэкран, аудио, ретро. Доступность. Неуязвимость. Неуязвимость кого? А, выкл. Дать все оружие? Нет. Бесконечные боеприпасы? Нет. А сложность где? Сложность хочу поменять. Границы интерфейса. Полный экран. Нет, хочу сложность поменять. Печально. Ну ладно. Будем продолжать на этом. Окей. Ой, их уже кто-то покромсал. Ты гляди. Обнаружено население. Тут еще какое-то население есть. Серьезно. Где демоны? Где демоны? Как говорил Иллидан. Вот у населения. Серьезно. Пойдем поприветствуем население местное. Один способ входа в живую зону. Окей. Сейчас зайдем. Лучше бы подняли руки и не опускали бы их. Вам же хуже. Демоненок, демоны, демоны. Это и есть местное население? Эй, тут чего так много, алло. Только как-то резко вас много появилось. Рогатый розовый. Они тут типа вместе тусят, да? Так, давай пройдем то сначала в ту дверь попробуем. Если она не откроется, уже вернемся. Может, там мирное население, нам его надо защитить? Почему бы и нет? Ага, нужен ключ, понятно. Что если следовало ожидать? Тут бронька где-то была. Кусочек, ага, очень много. Две брони дали. Еще две дай. Вон он, ключ. Да блин. Уперся в стену и заблудился. Ну, бывает, так, наверное, только со мной. А, ну нам туда. Гав-гав.
А, это он распадается на двоих потом. Да, наверх мы сейчас пойдем. Усиление чего-то. Так. Ага, отсюда мы пришли. Так, обошли по кругу. Хорошо. Зачем они руки поднимают вверх? Пытаются меня обмануть сначала? О, куха новая. Дробашек пойдет. И ключик как раз. Ну что, наведаемся к местному населению? Похоже на чью-то рожу. Местное население. Секундочку. Оп. Да блин. Меня так хпшками заряжают нехило. Тут местное население будет с боссом. Привет, местные аборигены. Еретики. Еретики, абори... Не, ну тут дробовик явно не подойдет, а там что? А, тут, наверное, босяка будет, да? Окей, пошли по кругу пройдемся. Где-то опять будет ключ. Который... И что это мне дало? Усилялку какую-то? А, опять эти штуки. Так, там ничего нет, окей. Теперь на такую же надо с другой стороны сходить. Бежим, 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 бежим. Здорово, местные. Секретик найден. Так. Ты чё? Она от него отлетела, но что со мной кажется, что она... Что она это... К нему прилипает. Мясо, да, ты. Нет, нет, нет. Ты меня зацепишь, нет, отлично. Подожди, а там фиолетовый проход, это не, никуда был, чешо? Потому что я прям чувствую, что это идет дальше, но... Секунду. Посмотрим, что за дверь. Хорошо, он тут быстро перемещается так, да? Аж приятно. А, ну, нужен ключ, в принципе, да. Че я бежал назад, блин? Можно было и догадаться. Пошли за... Нет! Фу, блин. Я добегаюсь. Так, там будет больше ближний бой. Как мне показалось. Бум. Бум. Ну, я скажу, что оружие стреляет очень приятно.
Прям даже очень. А чё вы руки поднимаете, блин? Ну чё? Ладно, человеки там что-то пугаются, боятся, а вы-то чё? Бадабум. Вот, уже веселее дошло, вот это я понимаю. Так. Да дайте пройти, блин. Какие невежливые монстры, блин, станут на проходе и стоят. Ни туда, ни сюда не пройти. Окей, тут путь только один остался, да? Только родились, а? Ну окей. Так, фиолетовый ключ. Мы где-то... А, это мы с другой стороны выйдем, да? Да умри ты уже, блин, кто сядет рядом со мной. А вы чё? Откуда вы все повылазили? Так, у меня хп начинает заканчиваться, это уже приятно. Теперь надо, не получится просто бежать в наглую. Так, хпшки, хпшки, бронька, бронька, бронька. Умер, умер. Еретик повержен. Его вернули в варп. Да, восстанавливать. Восстанавливать меня полностью. Он что, умер просто от гранаты в лоб, блин, не от взрыва? Ну, как показывает практика, бывает и такое. А я не допрыгну туда, наверное. А, допрыгну, окей. Все. Так, я думаю, что сейчас будет босс. Такое зданица. Так, надо подсобирать всего, чтобы было не подобрано. Будет босс, нам понадобится все до малейшего кусочка пороха, и это тоже. Оп, оп. Фу, ну погнали. Где босс? Ну это точно не босс. Так, какой-то ультрамарин, блин. ХПшки, ну тут заряжают, заряжают, да, заряжайте меня полностью. Ага, нужно сталкивать. Поджарили задницу. Ну-ну-ну-ну-ну. Да сколько можно? Такой живучий, блин, а? Бесячий живучий моб. Да я разочарован, где босс?
максимальное сосредоточение. Так. Так, отсюда я пришел. Мне нужен босс. Хватит, нету. Нету хаешки. А вы откуда взялись? Какого хрена? Демоны варпа, вы должны быть уничтожены и отправлены к себе домой. Вам не место в этом мире. За императора, блин. Позже никаких добиваний нет, было бы прикольно. Могли бы нарисовать пару анимаций каких-нибудь добиваний. Так, дробовик сейчас закончится. Фу, блин, я думал, какой-то мелкий червяк ползет тоже. Так, три патрона дробовика осталось. А че мне патроны не дают? О, чуть-чуть дают. Только-только пожаловался. Подождите. Ае. Ты тоже успел меня кинуть, да? Бочечки спасают. Вижу кнопку, нажимаю. Наш простой девиз. Так, нам дальше. Блин, ну где босс? Надеюсь, хотя бы внизу там будет что-то защищать. Так, мне поплохело чуть-чуть. Окей. Погнали. Мы же... Супер космодесантники. У нас есть только одна миссия — служить императору. Опа-на. Опа-на. Нет, это неудобное пока что. Это для чего-то большого надо. Оружие для чего-то большого, например, для этого. Тут будет просто замес, да? Так, пустите мне хпшка нужна. Хпшка нужна, пропустите. Я только спросить. Где она вот? Есть. Это броня была, вот хпшка, окей. Бах. Патроны. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Заряжай давай. Что за пролаги? Так-так-так, пустите выработки. Мне много ничего надо сделать еще в этой жизни. Император не потерпит поражения. 5 хп, 5 хп, блин. Это они меня зажали. Мне нужно сюда. Подождите. Там секретик, я запомнил. Я запомнил, что там секретик. Ой-ой-ой, отстань. Паду? Ну, что-то там где-то ранил. Он долго летит, а? Ай-яй-яй. А, все-таки зацепил. Да ё-моё. Последнюю точку сохранения. Угу, отсюда. Все, окей. Надо сейчас сразу пойти в секретик. Вот, уже интересно стало. Вот так вот надо было. Что это? Не долечу так. Ладно, потом долечу. Нам нужно сразу пути номер 2 сделать.
Так, пушку забрали. ХПшки пока не будем. ХПшки пока пригодятся потом. Так, мне этих уродов надо не так валить. Этих уродов на обычной пушке валить. Мне надо пойти секретик забрать. Вон. О. Так допрыгну, отлично. Это типа рейдж, да? Типа. Разносим, разносим всех выродков. ХПшки. Вот так бы сразу сказали, где она находится, да и все, блин. Как она мерзко шипит в ухо, блин, а это жесть. Ай-яй-яй. Так, это я себя куда-то загнал. Нельзя себя так загонять в угол, окей. Так, тут секретик еще есть, точно знаю. И хпшка наверху. Оп. Оп, так, это граната. А, это нам не надо, значит, будет не секретик, окей. О, ты что делаешь, блин? Ну сейчас у нас дела получше будут. Ну. Давай уже превращайся в мясо. Какой жирный. Есть. Статус зачистки выполнена, окей. Нет, 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 нет. Фух. Опять все сначала. Давай, давай, собирай, нам все надо, все пригодится дальше. Это было типа мини-босса получается что-то, да? Окей. Ага. Тут где-то была дверь огнем закрытая. Так, отсюда мы пришли, правильно? Да, отсюда мы пришли. Вот вон дверь туда нам. Блин, какие у него шаги такие тяжелые прям, блин. Давай быстрее. Уби... Одного кого-то не убил, серьезно. Врал, чтобы их отбросить. Это если кого-то надо скинуть. Так, ну, одним глазком глянем, что там. Вы кто такие? Я вас не звал. Мы, короче, все глубже и глубже будем погружаться, да? В этот мир. Ладно. В принципе, хороший замес мы посмотрели. До него дошли. Игра довольно-таки прикольная. Да, такая задорная прям. Кто любит прям пострелять, ни о чем не думая, им очень зайдет. И стилистика довольно-таки неплохая. Хорошо все проработано, анимации неплохие. Хоть чуть дерганые, но это, скажем так, достоинство именно такого стиля. Ретро-стиля, вот это пиксельный. Вот. По оптимизации вроде все норм. По разнообразию монстров тоже прикольно. И, конечно, что там дальше, может быть, потом посмотрю отдельно. Вообще, для любителей шутеров, таких вот обычных, олдскульных, довольно-таки классная игра. Вот, поэтому, кому понравилось, устанавливайте, играйте. Также подписывайтесь, ставьте лайки, что вы там еще делаете, всем буду рад. Спасибо за просмотр. Всем пока. Дальше больше. One, two, three, let's go. I see you staring, but don't want no smoke. I hear you talking, but I'm here for the show. Don't get it twisted, baby, I snatch souls. It'd be murder, she wrote. One, two, three, let's go.